Еще не анонсированная Skoda Octavia в России. Официальный релиз будет 15 ноября. И вот мы приехали к официальному дилеру Skoda. Заранее позвонили, попросили любезно показать автомобиль. Сейчас попробуем подснять, посмотреть, познакомиться. Если нам удастся, все-таки в деталях изучить эту машину хотя бы в статике. Ну и впоследствии, если получится, конечно, проведем какой-то тест-драйв. Идем. Skoda Octavia новая в комплектации Style Plus, двигатель 1.4. Сразу первое, что бросилось в глаза в комплектации Style Plus, это отсутствие электрорегулировок сидений. Здесь они механические, что характерно в том же Кодиаке, в Style, в пакете Style 1, они уже электрические идут, как для пассажира, так и для водителя. В новой Octavia, к сожалению, это вот механика, механической регулировки, то есть как по вылету, так и, соответственно, по наклону самой спинки. И вот можно посмотреть, здесь вот регулировка, она идет за счет вот такого вот ролика. На самом деле я не люблю такое решение, вот этот ролик. Мне больше нравится, когда спинку можно опустить с помощью рычага, потому что, ну, рычаг, мне кажется, удобнее. Я не знаю, зачем в Skoda это сделали. Здесь же у нас стоит аудиосистема Canton. По прайс-листу она идет с 12 динамиками и сабвуфером. В общем-то, по характеристикам чем-то схожа с тем же самым Кодиаком. Я сейчас сравниваю со своей машиной, то есть по своим ощущениям. В стайле у нас идет вот эта вот контурная подсветка здесь, как в дверях, так и в самой приборке. Это то, что я заметил. И что лично мне не очень понравилось, но все-таки это дело вкуса, это вот такие вот вставки пластиковые, вот с такой перфорацией, фактурой. Они, во-первых, ну, сильно пластиковые, когда их трогаешь, а во-вторых, ну, в принципе, такой дизайн нетипичный для Skoda, на любителя, на мой взгляд. Но при этом вставили вот такую вот мягкую дермантин, вставку под кожу. В том же Кодиаке она более такая твердая, тут она помягче. Ну и, соответственно, вот этот вот мягкий пластик, очень многие люди почему-то любят его трогать, и для кого-то это критично. То же самое здесь идут вот такие вот хромированные ручки, хромированные накладки. И вот эта вот часть, она вообще сильно типична для Вага, то есть вот эта вот вставочка. Как для Audi, как для там Skoda, как для Volkswagen, вот почему-то она вся унифицированная, одинаковая. Ну и здесь тоже типично для современных Skoda, все обито фетром, это очень удобно, классно. Хотя сама ниша не такая большая, на мой взгляд. Классная штука, которую я заметил, это вот такие вот, не зонтики, это щетки. Щетки для очистки, скажем так, снега, да, судя по всему. Но менеджер сказал, что сюда можно добавить зонтики, и кому надо, как доп. Опция, да. Доп. Опцию у нас сейчас любят дилеры добавлять, особенно, не будем называть там, некоторые корейские дилеры за пару миллионов. В Skoda это идет вот в базе, соответственно, эти щетки. Но я думаю, докупить зонтики за пару тысяч рублей никому труда не составит. Тем более я на своем Кодиаке ими постоянно пользуюсь. До этого вообще не думал, что они мне нужны. Оказывается, что они действительно нужны. Зашли мы в салон. На самом деле поговорить с отделом продаж в текущей ситуации, потому что сейчас ажиотаж на рынке, все это знают. Было крайне трудно. Я договорился. Дмитрий, огромное спасибо, что буквально там 10-15 минут я выцепил. Мы не мешаем, мы просто беседуем, да, как потенциальные покупатели. Смотрите, смотрите, ничего, не проблема. Ну вот, значит, вопрос в следующем. Вот я как потенциальный покупатель Octavia. Так. Вот сейчас, если заказывать машину под себя, какие сроки ожидания? Сроки достигаются разные, начиная, скажем так, от ближайших поставок, да, которые, возможно, это примерно там до месяца, да, и вплоть индивидуального заказа это 3-4 месяца. А что имеется в виду до месяца? То есть это комплектация какая-то добавляется? Ближайший приход автомобиля, свободной продажи. Уже с готовой комплектацией? Да, уже готовые. То есть сейчас вот на момент 13 ноября, пока еще релиз 15 у нас, да, но вот если я пришел с деньгами, то когда я машину увижу? Ну, мы рассчитываем, что мы уже все автомобили до Нового года всем раздадим. То есть до Нового года? До Нового года. То есть такого прямо вот, чтобы ажиотажа не наблюдается? Пока получили первые партии автомобилей, все автомобили, скажем,
уже оснащены, да, то есть выбора не получается, люди забирают именно то, что уже вот уже скомпоновано. И примерно начало декабря, конец ноября, да, вот приходят автомобили, и все люди будут забирать их. Здесь же у нас в этой «Шкоде» идет семейный пакет, причем он не обозначен как семейный пакет, он почему-то обозначен буквами. Вот эти вот кнопки тоже классная штука для семейных людей, ну, переоценить нельзя, потому что когда можно было заблокировать дверь именно из салона, это реально классно. Я это ощутил в дальней поездке, постоянно этим пользовался. Вот таким образом я отрегулировал сиденье под себя, и в принципе сидеть удобно. Здесь, кстати говоря, ну, как и ожидалось, рулевая колонка по вылету, по высоте регулируется. Это понятно, это для ВАГа типичная история. Теперь попробуем сесть сам за собой, посмотреть, насколько машина большая. Да она, ну, даже ожидаемо больше, чем хотелось бы. То есть она действительно имеет большой запас. Я невысокий, у меня рост 173 сантиметра. Ниже среднего, но тем не менее, то есть у меня довольно большой запас здесь остается, как над головой, так и перед сиденьями. Здесь же у нас, ну, здесь уже твердый пластик, кому это интересно, но пластик здесь твердый. Здесь уже вставки у нас идут просто пластиковые, то есть если впереди здесь дермантин кожи, то тут просто пластик. Но в нашей машине есть подобие семейного пакета и вот такие вот шторки. Шторка тема классная, потому что я у себя в Кодиаке тоже заказывал. Дети постоянно этим пользуются, супруга сзади, они этим пользуются. Еще что хотел отметить. В самом салоне есть плафон освещения, он здесь диодный. Как спереди, так и сзади. И как в Audi классная штука, здесь она работает от касания. То есть можно провести вот так вот рукой, и плафон загорается. Это реально прикольно, довольно удобно. Единственное, что по незнанке начинаешь кнопки искать этого и не можешь включить этот плафон. То есть это надо будет вашим пассажирам объяснять, что вот надо так пальцем провести, чтобы включить. Понравилось такое решение, как вот дополнительные карманы. Здесь есть карман под гаджеты, под телефоны, под планшеты небольшой. И здесь основной большой карман, тоже под какие-то документы, под какие-то вещи. К сожалению, здесь не увидел подставок под планшеты, под телефоны. В моем, например, том же самом Кодиаке, в семейном пакете, здесь это шло в базе. Почему-то в Октавии здесь этого нету. Но, в принципе, это можно докупить, там несколько тысяч рублей, но в самой комплектации я этого здесь не вижу. Что мне понравилось, здесь сзади есть розетка, полноценная розетка, и есть, соответственно, подогрев и климат-контроль. То есть это климат-контроль для задних пассажиров. Также здесь две розетки USB Type-C. В принципе, сейчас уже все на этот формат переходят, но я бы, конечно, предпочел бы обычный старый проверенный USB разъем. Но, тем не менее, здесь уже Шкода начала делать USB Type-C. Так, регулировка сидений у нас идет с помощью рычажка. Причем регулируются они... То есть диапазона нету, что ли? То есть она что, не регулируется? Вот этот поворот. То есть сиденье не регулируется, имеет только один формат, то есть одно положение. Если честно, я удивлен. Мне кажется, так не должно быть. Ну, я не знаю. Я впервые, конечно, вижу новую Шкоду, новую Октавию, но почему-то мне казалось, что оно должно регулироваться. Сейчас я... Да нет, здесь никакой петли нету. Здесь вот только можно его опустить. Вот таким вот образом и все. Очень странно. В принципе, угол наклона нормальный, да, такой, ну, адекватный. Можно здесь как-то расслабиться. Но хотелось бы иметь какой-то диапазон. Но это для детей особенно важно. Когда кресло хочется больше опустить, чтобы ребенок поспал. Странно, что этого тут нету. Ну, понятно, что само сиденье по вылету не регулируется. Это не кроссовер. Но вот насчет спинки, конечно, немножко я удивлен. Надеюсь, что, может быть, я не разобрался, либо это комплектация такая, но тем не менее. Как в начале ролика сказал, не каждый дилер Шкода был готов показать новую Октавию. В моем случае я оказался, опять же, у дилера не случайно. Это Атлант М. Тушина.
потому что я, как владелец Кодиака, состою в Кодиак-клубе. Кстати говоря, случайно здесь встретил Ивана, реально абсолютно случайно, да, просто не подгадывали. Да, он здесь на ТО находится. Я даже фотку сейчас вставлю, что я машина здесь, а то скажут, специально подстроили. Вот. И Кодиак-клуб, он сотрудничает с Атлантемом, и, соответственно, участники клуба получают скидку, кстати, очень хорошую, 15%. Я в предыдущем ролике про Кодиак про это говорил. Это не реклама, это просто полезная информация, потому что все-таки ТО-4 на Кодиак, там, по-моему, сколько у нас? 1040, да? На дизеле, да. Ну, вообще, это очень прилично. 15% скидка, очень приятно. Да, так что... на детали, на обслуживание, да. Вот такие опять вот наклеечки. Опыт был, поездив по разным дилерам, да, и практически у многих я в Москве дилеров был, и, ну, без, опять же, без рекламы, это мое внутреннее, скажем так, состояние, мои эмоции. Ну, здесь наиболее лояльная программа для... в принципе, владельцев Шкод. А так как у нас сложились клубные взаимоотношения с Атлантем, поэтому... Короче, получилась реклама, блин. На самом деле... Ну, это искренне просто. Да, но это да, это полезно, потому что я сам ТО поеду делать, ну, это экономия. Да, факт. Довольно ощутимо, учитывая цены текущие. Конечно. Я думаю, что на Октавию там кто клуб создаст, то же самое будет. Конечно. Но это просто звоните в салон, узнавайте. Это, к сожалению, это не факт. По этой машине. Это такая ремарочка, теперь продолжаем про Октавию. Всем хорошего настроения с новой Октавией. Здесь вот подлокотник, типичный для всех Шкод, форм-фактор я имею в виду. Здесь же вот такие подстаканники, которые, кстати, поджимаются вот этой пластмасской. Есть тоннель для длинномеров, вот так вот опускается. Вот такой вот, довольно большой, кстати говоря. Еще что заметил, у нас вроде бы как семейный пакет, но на подголовниках нет вот этих вот ушек для сна. Кстати говоря, удобная, классная штука. Но, судя по всему, здесь можно их поставить, как дополнительные, докупить. Как и во всех Шкодах, здесь крепления Изофикс. Они такие открытые, с заглушечками, то есть не надо лазить, пальцы ломать. Это тоже классно. Сейчас посмотрим багажник, но я думаю, что багажник, как и в прошлой Октавии, здесь очень даже большой для седана, скажем так, спортбека. Давайте откроем. Здесь у нас идет электрокрышка багажника электрическая, кстати говоря, без педали, то есть ногой здесь открыть нельзя. Ну и багажник здесь необъятный, такой для этого класса нетипичный. Шкода в этом плане, конечно, молодцы. Идут крюки вот такие для пакетов. Здесь в этом плане не сэкономили. Кстати, сиденья здесь складываются из багажника все-таки в этой комплектации. Так, посмотрим в подпол. Здесь у нас идет сабвуфер и докатка. Причем вот как таковой видимой дополнительной какой-то шумоизоляции здесь нету. То есть это вот машина только-только у нас с автовоза, можно сказать. И при этом сам автомобиль за счет этого багажника выглядит, ну, на мой взгляд, напоминает немножечко что-то вроде Audi A7, наверное, предыдущую, да? То есть такой покатая крышка багажника. Выглядит очень неплохо. Так, и теперь самое интересное, это головное устройство. Кстати, скребка нету, убрали, наверное, чтобы не утащили. И теперь самое интересное, это интерьер. Мы каждый день проводим внутри автомобиля, и это, на мой взгляд, даже поважнее, чем экстерьер. Во-первых, подлокотник. Подлокотник здесь, как и во многих ВАГах, регулируется по вылету, по высоте. Сам по себе он, в принципе, ну, не сказать, чтобы широкий, но для двух человек вполне себе достаточный. Ниша под подлокотником крайне маленькая, но это ожидаемо. И здесь же у нас два таких вот подстаканника, видимо, полноценных, потому что, в отличие от Кодиака, вот того же самого, здесь идет такая большая перемычка, и, наверное, все-таки два больших стакана из-под кофе или кока-колы сюда поместятся без каких-то проблем. Здесь же у нас идет электронный, я так понимаю, ручник. И, соответственно, ручка переключения передач. В этой комплектации идет у нас беспроводная зарядка для телефона. Здесь она вот в этой нише, прорезиненная. Это хорошо, конечно, что такая возможность предусмотрена. И здесь же два у нас USB Type-C выхода. Как я и говорил, я предпочел обычные USB, старые, добрые. Руль.
как и на Рапиде, как и на Кодиаке здесь уже идет двухспицевый. Кому-то он нравится. Лично мне, ну, не знаю, лично мне как-то третьей спицы не хватает. Хотя сверху он реально классный. Что касается аудиосистемы. Здесь у нас стоит главное устройство Columbus. То есть это не база, это Columbus. И сейчас посмотрим. Заведем ее. Как это выглядит. Кентон, Шкода. Он полностью сенсорный. Так, здесь он у нас полностью включился. И теперь мы пробежимся. Здесь у нас идет MIP3, то есть третье поколение этих головных устройств. Вот такое вот меню. Меню довольно плавное. Картинка хорошая, плотность пикселей хорошая. Вот, смотрим, какие у нас есть настройки. Язык, клавиатура, единицы измерения. Все на русском здесь уже выставлено. Кстати, мобильное устройство. А, это он пытается подключиться, законнектиться с телефоном. Автомобиль, то есть какие настройки по автомобилю. Состояние, кстати, с небольшим подлагиванием почему-то. Здесь же у нас программно выключается старт-стоп. Было бы на самом деле удобнее, если бы выключался с кнопки, если честно. Здесь же у нас доступ, я так понимаю, к климатической установке. Так, здесь есть какая-то информация. А, ну это навигационная система. Переход в навигационную систему, звук. Давайте посмотрим звук, это интересно, потому что в Кентоне почему-то, как в Ауди, кстати говоря, в старших, тех же самых, очень скудные настройки по звуку. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас есть пресеты филармония, рок и там, грубо говоря, не знаю, спич, что это значит у них. Попробуем посмотреть. А, кстати, сенсорная панель. Вот здесь вот снизу сенсорная панель, и звук регулируется с помощью вот такого вот сенсора. Не знаю, если честно, насколько это удобно. Наверное, все-таки крутилки как-то попривычнее. Так, теперь посмотрим по настройкам. Громкость. Голосовые сообщения по радио. Так, ну где у нас настройки? Индивидуальные. Как посмотреть? А, индивидуальные, господи, что я нажимаю? Все, здесь уже в Коламбусе, в этой октаве настроек гораздо больше. Здесь сабвуфер, средний, низкий, низкий, средний, средневысокий, высокий. То есть здесь диапазон частот, он шире, чем в обычном том же самом Кодиаке. Ну, даже в Ауди, кстати говоря, вот мы сейчас на Q3 ездим, у них тоже почему-то всего по трем частотам можно регулировать звук. Здесь уже идут и низкие, и средние, низкие. Это классно, что есть такая возможность, можно как-то под себя подстроить. И здесь же настройки сабвуфера. Здесь же сразу можно посмотреть на нижней панели сенсорное управление подогревом сидений. Причем я не вижу здесь кнопочного управления. Ну, на мой взгляд, решение такое специфическое, да, что они не дублируют, они полностью переносят сюда в сенсор это. Мне бы, конечно, хотелось иметь какие-то кнопки. Здесь у нас по панели, что я вижу, так, сет. То есть сет это сразу нас выбрасывает в эту менюшку, где можно отключить старт-стоп, охрана салона, контроль давления в шинах. Так, это ассистент парковки. Здесь он у нас автоматически, я так понимаю. Есть такая опция. Следуйте указаниям. И у нас есть... Вообще должен быть здесь обзор. Сейчас попробуем. Не, почему-то он обзор нам не дает. То есть обзора в этой комплектации нету, что ли? Смотрите на дорогу. Вообще он должен быть. Начать. Смотрите на дорогу. Не, почему-то он нам не дает здесь обзор. Хотя должен быть, судя по комплектации. Так, дальше смотрим по меню. Ассистенты. Ассистенты, значит, ассистенты парктроники. Есть контроль дистанции, кстати говоря, адаптивный круиз-контроль. Так, и вот уже сразу минус заметил. То есть, если я лазю по меню и немножечко рукой вот так вот провожу рядом с сенсорной панелью, у меня начинает звук гулять, причем непроизвольно. Мне кажется, это такой небольшой минус. Вот он, контроль дистанции спереди, должен работать хорошо. Здесь же ассистенты смены полосы. Кстати, можно посмотреть, вот они здесь, ассистенты смены полосы. Я так подозреваю, что это вот предупреждение о том, что в мертвой зоне у вас кто-то находится. В Шкоде вот так вот в Октаве это расположили. Значит, что еще у нас? Система распознавания усталости. Насколько работает это, надо ее тестировать в долгосрок. И вот они в списке ассистентов. Эко-ассистент, контроль дистанции спереди,
движение в полосе. То есть все это... О, опять, кстати говоря, у меня звук начал гулять. Так, смотрим, что сверху. Навигация. Ну-ка попробуем. Домашний адрес. Навигация, я так подозреваю, работает здесь с сим-картой. Сим-карта теоретически должна быть в бардачке. Как в той же Audi или там в той же, в том же Кодиаке. Здесь я ее не вижу. Но, видимо, все-таки куда-то ее здесь поставить можно. Так, смотрим дальше по меню. Smart Link. Тут Audi, Android Auto CarPlay и Mirror Link. Так, соединение. Используя USB, нажмите. Странно, он по Wi-Fi должен соединяться, по идее. То есть в MIP 3 теоретически Android Auto и Apple CarPlay должны соединяться по Wi-Fi. Но здесь он пишет, используя для этого USB или нажмите сверху кнопку. Странно. Так, устройство. Настройки. Мобильное устройство. Так, еще раз попробуем. Android Auto. Точка доступа. Попробуем подключиться сейчас. Так, находит пароль. Какой пароль? Все, до свидания. Пароля нету. Так, пожалуйста, убедитесь, что на вашем мобильном устройстве включен Bluetooth. А, стоп, Bluetooth. Что я делаю, конечно. Audi My. То есть он даже не находит у меня MyMip 66AV. Нашел. Пробуем подключиться. Подключить. Да. Окей, окей. Авторизировать, окей. Да, да. Так, голосовая почта у нас включилась. Мне не нужна голосовая почта. Почему у меня не работает? Так, ну то есть уже вот сходу мы почему-то не смогли беспроводное соединение. Ну, как я уже сказал, я не знаком с автомобилем, мы на нем не ездили и детали не тестировали. Это буквально вот совсем горячий пирожок прям с автовоза, поэтому нельзя ничего сказать конкретного. Скорее всего, это все работает здесь беспроводное и даже проводное Android Auto, но, к сожалению, я вот сходу я не смог его запустить. Smart Link здесь есть, как правило. Market. А, Market. Что такое Market? Видимо, Market — это когда вы сим-карту вставите, либо по Wi-Fi подключитесь по беспроводному к интернету, он предложит что-то здесь установить дополнительно. Возможно, даже за деньги, я так подозреваю. Правовая информация. И вот она, кстати, эстетическая подсветка. Это, видимо, какие-то пресеты. Лето, океан, гонка. Индивидуальный. Вот на цифровой приборке видно, как меняется. Зима синяя, Шкода зеленая, океан. Ну, океан типа голубой. Гонка. То есть это какие-то пресеты. И есть индивидуальный режим. Вот, можно посмотреть. Здесь разные цвета. Вот красный, например, и можно... вот такие вот градиенты выбирать, погонять. Довольно неплохой диапазон. Причем я так понимаю, что отдельно цифровая приборка идет и отдельно у нас подсветка по салону. Вот здесь можно посмотреть яркость. Здесь она у нас максимально подсвечивает центральную торпеду, карты дверей, в ноги, кстати говоря, и... А, вот отдельно карты дверей, торпеда и в ноги она подсвечивает. Можно яркость регулировать. Здесь же цвет. Вообще, конечно, сейчас во многих автомобилях это есть, но это реально создает такую атмосферу, впечатление очень классное. Так, посмотрели по индивидуальной подсветке. Посмотрим по... Так, Market, автомобиль. По автомобилю. Здесь, кстати говоря, лагать перестало тормозить, то есть все, она загрузилась нормально. Скорее всего, автомобиль недонастроен, и я так подозреваю, что когда он будет выдан клиенту, либо продан, либо еще где-то использоваться, все-таки он будет в более таком допиленном состоянии. Меня предупредили. И давайте посмотрим, что у нас есть. Здесь настройки зеркала. Здесь можно какие-то опции выставить. Я так понимаю, складывание. Комфортное освещение. Coming home. Здесь можно поставить living home. Ну, это стандартно для ВАГа. Так, и... А, ну вот здесь корректор фар, кстати говоря, не будем менять. Как вот так на пятерочке у нас было. Здесь по шинам у нас информация. Здесь состояние автомобиля. Вот они есть у нас. Какие-то сообщения, но это опять же...
потому что автомобиль дилерский, тут он не заправлен, он предупреждает нас. И здесь у нас вот такие вот запасы данных состояния запуска. Вот что мне конкретно в этой ГУшке не очень нравится, что фон вот этот вот океан, не знаю, можно ли его поменять. Если честно, мне бы хотелось бы убрать его и сделать какой-то более такой лаконичный. Сейчас посмотрим. Здесь у нас, кстати, есть автономный отопитель. Это Webasto, идет зимний пакет 2. Навигация. Навигация у нас, опять же, кстати говоря, вот GPS работает. Все, заглохло. Все, бензин мы весь выбрали. Походу, да. Блин. Правой приборки пока она работает. И по поводу руля. Здесь, кстати говоря, обогрев вынесен на руль. Ну, как я уже говорил, на новых Шкодах это все вынесено. И идет цифровая приборка. Причем, как я вижу, цифровая приборка, она идет нового формата. То есть не как в тех же Кодиаках. Немножко другая графика. И такое ощущение, что, ну, хотя не знаю, плотность пикселей, скорее всего, такая же. Мы не можем снять пленочку, чтобы показать. Но в целом графика очень достойная. Сейчас попробуем посмотреть, какие есть у нас режимы. Так, пробуем. Значит, вот это у нас... Это у нас выводит ассистенты. Ассистенты да. Нам не нужны. То есть все, назад, назад, тут кнопка. А ну просто ассистента нажимаем, убрали. Справа это дистанция. Он сразу меня на дистанцию кидает. Так, ну здесь понятно. Здесь я нажал и правая колодца отрегулировал. Фон можно поставить. Так, вот настройки смотрим. А, настройки он выводит, что у меня открыто на головном. И здесь же левая колодца тоже. То есть я могу два колодца здесь настроить с руля. Все внутри них. Все внутри них. Так, назад. Все, нашли. Назад. Давайте покажем. Вот таким вот образом можно менять. Здесь же навигация на весь экран. Ну, это Коламбус, она сюда дублирует. Здесь же у нас ассистент удержания, ассистент дистанции. То есть какая-то визуализация довольно неплохая, кстати. Чем-то мне аудюшную напоминает. Все, и возвращает. Спортивного колодца здесь нет. Кстати, на Кодиаке у меня почему-то даже до разблокировки функции он был. Здесь его нет. Но я так понимаю, что здесь он тоже будет вшит, потому что RS-версия Octavia есть, и там умельцы, да, все-таки как-то это активируют. Так, то есть вот это вот очень интересно. И, в принципе, по цифровой приборке ничего плохого не скажешь. То есть здесь она реально во всех вагах, да, она прям очень нравится. В отличие, кстати, от некоторых корейских брендов, почему-то очень многим нравятся вот эти пестрые приборки, ну, на любителя, да, скажем так. И вот еще тоже пока... У нас есть человек, который немножко больше знаком с Октавией. Немножко. Но вопрос такой. Вот здесь фон. Фон – это океан. Вот каким образом... А, все. Фон покажем, как можно убрать. То есть, потому что океан все-таки на любителя, да, есть вот, пожалуйста, черный. Кому более лаконичный, линейный, углерод. Это спортивный вариант, под РС, да, можно сказать. Под 1.4. Шилдик еще добавим сюда. Текстура. Текстура у нас какая-то своя, своеобразная. Вот такая вот под какое-то дерево. И еще под большее дерево. Скаут, такой вариант скаута. Есть перья, небо. Ну, воду мы видели. И черный. Я думаю, что черный, конечно, здесь самый такой более-менее нейтральный. Ну, можно оставить сцену. Видимо, сцена это тоже что-то такое нейтральное. Вот, то есть в настройках здесь можно это поменять. Уровень яркости очень высокий. Здесь же, ой, убрал сейчас опцию. Здесь же он регулируется. Средний, низкий, высокий. Вот, кстати, минус я обратил внимание. Тут, когда лазишь в настройках, вот эта сенсорная панель постоянно срабатывает. Да. Ну, это не минус, это особенность, но надо привыкать. Ну, подразумеваю, что ты ее настроил и забыл. Ну, типа того, да. То есть один раз покопался. Так, звуковой сигнал подтверждения кнопки «Домой». Управление жестами, кстати говоря, это, видимо, имеется в виду. Это имеется в виду. Нет, не это имеется в виду. Нет, жестами это магнитолу управление. А, это жестами, понял. То есть здесь можно даже жестами управлять, надо будет почитать, ну, вообще, как это работает. Так, подтверждение жеста визуальное, тоже здесь же включается. Ну, то есть все про жесты у нас идет. Так, дальше раскладки клавиатуры, единицы измерения, голосовое управление, заводские настройки, информация о системе. Ну, вот здесь Коламбус, наверное, нам покажет. Вот это у нас прошивка. Кстати говоря, eSIM подключен. Скорее всего, онлайн будет обновляться, я так понимаю. И мастер конфигурирования. То есть это кто копаться не хочет, да, оно само там и время подстроит, и контакты перескинет, все остальное. И, кстати говоря, реально удобная шторка а-ля Android. То есть, чтобы не привыкать,
а назад не могу. Вот так вот смахиваем и доступ к быстрым настройкам, к опциям. Система старт-стоп, я не знаю, вот в движении, каждый раз ее надо вырубать или она один раз вырубила все? Вот хотелось бы, чтобы сохранялось, потому что вот у BMW есть такая тема, что, скажем так, из коробки нельзя это вырубить. Я надеюсь, что здесь можно. Здесь же у нас дорожное вещание, это тоже у нас... Она сейчас выключена, кстати, старт-стоп, смотри. Выключена? Ну вот, off стоит, нажми на пиктограмму, когда сейчас включена. А, то есть она по умолчанию вырублена была у нас. Ну, отлично. Она не включается. Да, мы ее глушили, заводили несколько раз, и она у нас не работала. Значит, действительно, она здесь. А теперь работает. Теперь работает. Ну, вот мы жмакнули. Вот здесь у нас информация, уведомления. Я так подозреваю, они будут дублироваться с телефона. Какие-то пропущенные вызовы те же самые. Ну, по климат-контролю я уже сказал. В принципе, здесь все удобно. Но единственное, что лично мне не очень, конечно, нравится, что нету дублирующих каких-то физических кнопок. Но это, опять же, это вкусовщина. Зато минимализм дизайна, это тоже... На нижней панели дублируется. Видишь, экран? На экране внизу. Да, да, я имею в виду физически, то есть физически. Нельзя, да, это все дело продублировать, а так, да, здесь все дублируется. Причем можно отдельно сзади, я так понимаю, регулировать, кстати, задним пассажирам. Если у вас дети едут, вы можете сами здесь им отрегулировать прямо с головного устройства. Потеплее, похолоднее, тоже классная штука. Причем вот так вот это вырубается и вот так вот врубается. Но в движении, конечно, вот так вот копаться, лучше, конечно, остановиться, наверное, все это выставить. Здесь же у нас ERK, я думаю, такая же, как на Кодиаках. Ничего нового они не придумали. Классная штука. Кто не знает, почитайте. Подогрев сидений, кстати говоря, тоже у нас вот он идет, дублирующий снизу, и можно еще тут включить. И то же самое руля. Руль, как я уже показывал, есть, ну, подогрев на самом руле, физическая кнопка. Смотри, это они сами будут включаться в зависимости от температуры в начале поездки. Вот видишь, там написано подогрев руля, подогрев сидений. Да, в зависимости от начала поездки. То есть можно вот так вот выставить две опции. Так. Не туда нажал. Так, где у нас климат? Вот он. То есть вот так вот мы выставили две опции. И получается, что, видимо, 5 градусов, да, или 4 у них отчетное. Если будет меньше 4-5 градусов, я так подозреваю, что будет все это включаться. Вот это классная штука. В Кодиаке она активируется скрытыми функциями, причем только на руль, по-моему. На сиденье нельзя сделать. Так, мы это выключим, у нас это не было включено. То есть по настройкам, в принципе, мы уже все показали. Здесь же у нас, кстати, подогрев лобового. Причем подогрев лобового идет не пленкой, как шло раньше на Шкодах, а идет сеточкой. И, на мой взгляд, решение довольно неплохое. Оно не мешает обзору, кстати говоря. Я на своем опыте испытал. Вот тут вот у нас система идет. Это как раз дополнительно, я так понимаю, для удержания в полосе, да, идет. Ну, помимо с фронт-ассист, который здесь стоит тоже, кстати говоря, в переднем бампере. Здесь у нас вот такая вот идет штука для дополнительной, скажем так, в нагрузку к фронт-ассисту. По козырькам. То же самое, все типичные Шкоды, как и руль, то есть ничего нового здесь нету. Идет прикольная LED, вот эта подсветочка довольно неплохая. Она активируется с помощью вот открытия шторки. Причем, сейчас, вот так вот вы в такое положение ее делаете, она автоматически выключается. Вот такие вот мелочи мне нравятся в ВАГах. Это очень прикольно продумано, то, что бывает такое, да, там дети, жена, они же вообще не думают, то есть включил, выключил, чтобы свет, как говорится, не оставался, вот так вот сделал, все, оно само выключается. Вот, это удобно. Вот так вот, вот такой вот очечник, один в один кодиаковский и по размеру. Внутри он такой прорезиненный, софт-тач, прикольный. Здесь у нас SOS, я так понимаю, он спрятан, да, там? Угу. То есть вот так вот мы открываем, здесь кнопка SOS, это ГЛОНАСС. Проверять мы его, конечно же, не будем, уже проверяли. Думаю, все работает. Здесь у нас вот такой вот одним касанием включается вся подсветка салона. И можно также сенсорно, я так понимаю, включить-выключить освещение по открытию дверей. То есть сейчас мы его выключили. Если мы его включим, открываем двери, свет у нас включается. Ручки слева у Шкод, да и у всех ВАГов здесь есть. Это мне очень нравится. Да, у нас появился во всех электрический ручник, во всех комплектациях. Место он экономит, очевидно, да, как и, собственно говоря, рычаг КПП, ну, к которому надо привыкнуть. Да? Вот тут у нас заглушечка, даже в Style Plus идет, что-то должно быть, видимо, но непонятно, здесь этого нет. И вот, ну, видимо, да, видимо, здесь автохолд. Кстати, автохолда здесь нет, хочу заметить, хотя уже во многих Шкодах, ВАГах оно
во многих комплектациях присутствует. Что хорошо, здесь мало глянца. Вот этот рояльный лак, вставка, она прикольная. Мне нравится рояльный лак, но когда его немного. И здесь его действительно немного. Потому что в тех же корейцах садишься, там как будто в пианино сел. Здесь, конечно, вот небольшая вставочка. Она будет заляпываться, очевидно, но она небольшая. И довольно неплохо хром. Хром, причем, я понимаю, что это стайловская тоже тема. То есть в обычной Octavia, там, Ambition и ниже, здесь этого не должно быть, это, мне кажется. Что касается подсветки атмосферной, я так понимаю, что она тоже, да, идет только в стайле. Да, она тут есть. Нам представитель Atlantem сказал, что здесь классные парктроники, что у них звук другой поменялся. Сейчас будем проверять. Включаем заднюю. Так, ну он пока не подъедет, надо подъехать. Павел Сергеевич, закрой дверь, пожалуйста, вот эту. Вообще слышно, только очень глухой звук. Так, сейчас попробуем поменять. Нет, не меняется. То есть здесь их слышно, но звук глухой. Я надеюсь, что все-таки можно больше сделать. Откуда-то сзади идет. Причем хочу сказать, звук адаптивный, то есть сзади значит сзади. Ну-ка, а спереди сейчас попробуем. Спереди подъедем. Во, спереди он больше звука дает. Да, видимо, настройками можно отрегулировать. Причем звук приятный. В Кодиаке не такой приятный. Блин, реально, действительно так и есть. Мне не нравится. Не нравится? Нет. А мне нравится. Ну, видишь, на вкус и цвет. Так, назад отъезжаем. Вот у нас революция Вага, то есть последние у них ключи вот такие вот на Octavia. Кстати, прикольные, но единственное, заляпываться будет 100%. Вот это у нас машина Ambition Plus, то есть то, что мы смотрели, это стайл. Вот профиль. В Ambition, кстати, профиль такой же, как Style Plus, но здесь уже идет черный глянец, то есть сразу, что в глаза бросается, отличие. Тут та же самая дверь. И идет вот такая вставка. Если там она такая фактурная под алюминий, здесь сразу видно, она гладенькая такая. Здесь у нас идет обычная аналоговая приборка, можно посмотреть. Причем она аналоговая, то есть такая же примерно, как на тех же Кодиаках. И здесь, что удивительно, здесь у нас идет вот такая вот ручка механическое переключение КПП. Идет стандартная вот эта вот ГУшка, головное устройство. Я так понимаю, что это Болеро, да? Это у нас Болерошка. Вот. Ну и в принципе, пересаживаясь с Style в Ambition, я прям вот, если честно, особой разницы вот визуально не ощущаю. Ну кроме того, что здесь мешалка, механика, нету вот такой вот зарядки, нету, конечно, семейного пакета, каких-то дополнительных опций, но в целом тут все ощущается так же. Кстати говоря, вот это у нас идет, я вот не понимаю, если это имитация кожи пластиком, то она сделана очень круто. Потому что даже приближая, я не могу понять, это имитация или нет. Ну, скорее всего, имитация. Наверное, это имитация, иначе это было бы дорого просто для Шкоды, чтобы они прострочку такую делали. Перезаписываем. Это свинка. Свинка. Так, значит, меня поправили. Это свинка, это не Болеро, это еще ниже получается на одну. Нет, сейчас. Да. По размерам он меньше. Да, то есть меня поправили, это свинка, не Болеро, он чуть меньше, то есть, чем Болеро. Это другая система. И здесь уже, как мы видим, есть крутилки. Кстати говоря, нету вот этой вот сенсорной панели. Я даже не знаю, плюс это или минус. А, есть? То есть она звук регулирует? Вот, все, здесь вот свинги в этом, здесь вот нету сенсорной панели. И для меня, если честно, это плюс, что здесь все-таки звук более стандартными методами надо подкручивать. Но сама система, как мы видим, попроще. Ну вот, сетап, меню. Включи. Вот. Все, понятно, звук убираем. И работает она, в принципе, ну, тоже не сказать, чтобы шустро, все-таки в Коламбус пошустрее, мне кажется. Да, тут анимация, она такая более заторможенная, такое ощущение, что, не знаю, кадров 20, наверное. Вот, в Коламбусе поинтереснее. Ну и опции здесь более скудные. Как мы видим, как и сам экран, нету навигации, естественно, нету eSIM, электронной сим-карты. Много чего отсутствует. Но при этом вот
есть кондиционер, причем он здесь называется AC, то есть здесь не климат, я так понимаю. Ну и также здесь, в принципе, все то же самое, вот то, о чем мы рассказывали. Вот, кстати говоря, электронный ручник на всех автомобилях и, ну, подлокотник. То есть принципиальных таких отличий, ну, лично для меня принципиальных нет. Ну, конечно, за опции, которые мы сейчас смотрели, да, за них стоит доплатить. Кстати, это смешно, да, на Style Plus не было автохолда. В Ambition здесь у нас автохолд присутствует. То есть это, видимо, опция. Непонятно, почему в Style Plus ее в базу не включили. Вот, скорее всего, это... Вот, автохолд. В Style Plus нету. То есть это надо закат. Ну, и... Да. Так, все, все, вот так вот мы бегло сейчас посмотрели на Ambition, чем он отличается. То есть здесь тоже тот же самый сенсор. Также он, кстати говоря, вот так вот рукой включается-выключается. Вот. Ну, в принципе, можно выключать. Тут все понятно. 1.4, такой же, как на Style. Здесь у нас в базе идет вот эта горловина, которая, кстати, по-моему, на Алиэкспрессе там, по-моему, 1000 рублей стоит. Но здесь уже в базе есть, уже приятно. Ну, здесь 1.4 двигатель. В принципе, это тот же самый дублирующий шкодовский, как на тех же Кодиагах, Короках там и Рапидах. Я думаю, ничего нового здесь не скажешь. Идет здесь вот такая вот шумо-теплоизоляция. Кстати, в Кодиагах почему-то она не идет, я не знаю. Здесь у нас капот на двух скобах, что довольно неплохо. Старая добрая открывашка. И газовые упоры. Кстати, газовые упоры в активе тоже идут? Но в Ambition газовые упоры есть, как мы видим. То есть непонятно, есть они в активе или нет. Надо будет тоже смотреть. В Style, естественно, она тоже есть, которую мы смотрели. В этом Ambition тоже есть. Возможно, это российская сборка. Возможно, это конкретно этот автомобиль, я не знаю. Но здесь вот герметик, он как-то, не скажем так, мягко скажем, неаккуратно, да? И с той стороны давай посмотрим. Ну да, здесь то же самое. Ну, могли бы, конечно, как-то это сделать более аккуратно. Наверное, все-таки машины из первых партий, я так допускаю, что торопились там, еще что-то не наладили. Но будем надеяться, что исправится. В остальном, конечно, так вот беглым взглядом по кузову ничего не скажешь. То есть все довольно цивильно, прилично. Кстати, фары здесь у нас тоже идут диодные. И, кстати говоря, подфарники тоже диодные. По поводу коробок и двигателей. То есть особенность, не на всех октавиях идут DSG и не только механика. Вот Дмитрий сейчас прокомментирует. В данный момент все автомобили поступили именно с мотором 1.4 150 лошадиных сил, 6-ступенчатая механика, которая была до этого надежно проверена, и 8-ступенчатый автомат. Пока будет только это. То есть DSG 250 на 1.4 DQ 250 ее не предусмотрено? Не предусмотрено. По версии... скажем, автомобили с двухлитровым мотором, там будет DQ 381. Это та коробка, которая сейчас стоит на Superbе. Тот мотор 190 сил, 2 литра, и коробка 381. То есть это проапгрейженный DQ 500, я так понимаю? Фактически, да. Ваши коллеги показали машину, то есть мы полазили, попытались разобраться, но я так понимаю, что даже вот сейчас дилеры, салоны не до конца все нюансы по машине, ну, еще разобрались. Пока да, пока еще все плавают в комплектациях автомобилей, да, совмещение интересных пакетов опций, да, потому что Шкода это как конструктор. Да, есть пакеты. Есть три комплектации, плюс каждую из них можно докомплектовывать. Вот, и здесь еще надо все понимать, то есть первые автомобили, прошу понять. Да, нет, это очевидно. Просто я как потенциальный покупатель, я вот что заметил, я посмотрел характеристики на ту машину, которую мы смотрели, там не было вот привычных пакетов, там семейный и так далее, там все в буквах. Или на Шкоду уже определены какие конкретные пакеты? Не, уже определены пакеты, да, то есть можно в дальнейшем будет знакомиться с прайсом, в прайсе уже есть определенный пакет, который будет идти. Меня что удивило, я просто вставил плюс, не увидел электрорегулировок. Я понимаю, что еще... Возможно, она идет как до оснащения. То есть это еще надо что-то добирать. То есть надо добрать, и будет электро. Вот это, конечно, удивительно, да, но как есть. Пока как есть, да. Да, понятно. Скорее всего, будут компоноваться дополнительные пакеты, да, то есть будут смотреть на потребности клиентов, да, кто что больше будет брать, да, и дополнительно, скажем так, формироваться определенные пакеты. Угу. Еще вот такой интересный вопрос, такой, скажем так, каверзный, да, для дилера я задам, потому что сейчас многие, особенно, ну, вот другие марки берем, да, другие бренды, другие дилеры, новые машины в условиях ажиотажа продают там с допами. Принципиально, то есть вот накидывают какие-то там, ну, большие довольно суммы, у вас как с этим?
Ну, большие суммы, конечно, у всех понятия разные. А вот прайсовая стоимость. Попробую сказать, что действительно первые автомобили, да, стараются укомплектовать, сразу, укомплектовать. Заводы, да. Не то, что завода, а даже вот у дилеров. А, почему? Потому что сейчас аксессуаров, которые приходят, начиная от таких банальных, как коврики, да, их еще немного, они тоже постепенно поступают. И чтобы не было такого, что автомобиль вот поступил, да, в продажу, клиент хочет его забрать, а, к сожалению, ковриков нету, потому что, ну, модель новая, да, стараемся уже вот подготавливать максимально автомобили с каким-то набором опций. Ну, то есть с коммерческой точки зрения, я сейчас как коммерсант, да, рассуждаю, да. Дилер закупил какие-то дополнительные там коврики, вот эта сеточка, кстати, в этой «Октавии», в той, которую мы смотрели, я не обратил внимания, родная, то есть все это дилер закупает, я так понимаю, какие-то свои бюджеты, устанавливает на машину, и получается, что клиент уже, ну, по факту покупает то, что есть. По сути, да. Ну, на вашу такую субъективную оценку, это адекватные цены? Адекватные. Вполне. Потому что сейчас вот истории, да, с Kia, да, всем известны, что там начинают там по миллиону к прайсу добавлять ни за что. Это много. Такого у Шкоды нет, я так понимаю. Ну, стандартный набор, который, скажем так, набор автомобилиста, как некоторые называют, да, это там коврики, брызговики, защита там двигателя, защита радиатора, кому-то нужна сигнализация, то есть нету каких-то сверхнавязываний, да. Стандартные ходовые опции, которые действительно каждому нужны. Еще есть такая поговорка, да, ничего не бывает более долговечно, чем потом. Вот у меня очень много клиентов, да, и люди, которые, ну, банально не поставили, к примеру, передние брызговики, просто им просто не хватает времени, да, приехать и потом их доустановить. Они вот постоянно приезжают, говорят, ну вот нет времени, потом. А казалось бы, мелочь. Вот эти вот все мелочи стараются уже сразу все поставить, да, чтобы машина была, как говорят, под ключ. Опять же, есть случаи, когда люди покупают автомобиль в кредит, им интересно, сколько стоит машина. Им объявляют, к примеру, там 1,5 миллиона. Они говорят, отлично. При оформлении кредита, да, возникает момент, ой, а нам нужно вот это, а денег нет. Поэтому стараются сделать автомобиль, чтобы он был под ключ. Стоит выставочный, к примеру, образец, да, стоит он там 1,560 миллиона, и в него уже входит и коврики, и все остальное, машина готовая под ключ. Угу. Ну, а если, допустим, хорошо, это, в принципе, это понятно. Если, допустим, я как покупатель не хочу ни коврики, ни сеточки, вот, допустим, я решил на рынке купить сам, ну, и под себя заказать там самую-самую базу, вот сколько мне ждать? И как это вот с дилером называется? То есть не надо залог заплатить? Самый правильный вариант, да, это заказать автомобиль, так называется, с нуля именно под вас, да, и дождаться его прибытия. То есть вот сегодня мы заказываем под вас автомобиль и ждем там до 3-4 месяцев его прихода. Ну, то есть это будет весна уже, скорее да. всего? То есть если я беру базовую «Октавию»… Вот... Сейчас просто сложная ситуация на рынке, да, и есть ряд ограничений, связанных с… Мы все стоим в масках, да, и в перчатках. Благодаря этому есть… такие непредвиденные обстоятельства, да, закрытые границы, еще что-то. Из-за этого не хватает комплектующих, не хватает каких-то там сил, возможностей, да, идут ряд ограничений. Эти ограничения очень сильно влияют на доставку автомобиля. Ну, поэтому лучше в наше время, скажем так, планировать до 4 месяцев. Еще я вот на примере тех же самых кодиаков знаю, что люди предзаказывают машины. Что я сам 3 месяца назад купил кодиак. Так. К сожалению, у другого дилера, не у вас, но надо было... Как же так? А я, кстати говоря, небольшая ремарка, опять же, не в целях рекламы. Я сейчас нахожусь у дилера «Атлант-М», который из всех дилеров единственный любезно согласились поделиться такой информацией. Менеджер делится с нами, вот, соответственно, информацией по поводу автомобиля. Вот, я бы, конечно, к вам приехал, но, к сожалению, так получилось. В следующий раз ждем обязательно. Да. Вот. И вопрос в чем? Люди предзаказывают кодиаки. И, допустим, делают предоплатку эту небольшую, а потом приходят машины, и цена меняется, то есть цена не фиксируется. Это практика сейчас прям вот устоявшаяся? Правда, так и есть, да. То, что за интервал времени, который люди заказывают, там 3-4 месяца, возьмем также в среднем, усредненный, да, происходит, ну, повышение стоимости. Опять же, оно связано с изменением курса валют, да, и прочего. Следом же идет изменение стоимости. И, к сожалению, цены не фиксируются на автомобиле. Если завод повышает стоимость, то стоимость на машину повышается. Ну, это, я так понимаю, в условиях действительно курса, да, нестабильного. Да. Плюс у нас непонятно, завод работает, не работает. Завод работает, но все равно происходят моменты, да, вот за 2-3 месяца бывает, что подорожание происходит 3-4 раза. И цена может, ну, вот на кодиаке примерно до 100 тысяч она менялась. Сейчас самый ажиотаж на что? Октавия, кодиаки, короки, рапиды? Сейчас я бы сказал бы на все. На все, да? Да. Наша новинка пользуется очень большим спросом, да, то есть те люди, которые делали отложенный спрос на потом, да, которые ждали, когда выйдет машина, они вот сейчас проявили больше интереса и стараются увидеть, посмотреть, что это, как выглядит, да,
машина пользуется спросом. Еще такой тоже интересный вопрос. Он, наверное, все-таки не тот каверзный, который я говорил, про допы, да, но так, тоже относится так к этому. Это к вопросам скидок. Я понимаю, что сейчас в таких условиях, в условиях ажиотажа, прямые скидки вряд ли какие-то можно добиться, но у Шкоды, я так понимаю, вот эти трейд-ин, кредит, насколько честные? Вот кредиты, да, это все зависит от банка, от того, там, гапы, страховки. Сейчас очень много тем, ну, роликов на Ютубе, что добавляют какие-то сумасшедшие. То есть на вашей практике все-таки лояльно, да, по поводу каких-то кредитных продуктов, скидок вот за. Скажу честно, стараемся работать лояльно, да, и действительно, ну, главное, вы верно заметили, все зависит индивидуально, то есть от схемы покупки. Смотрим вот напрямую, да, действительно, есть акции там при сдаче автомобиля, при покупке в кредит, хорошие, интересные ставки. Мы стараемся подбирать от условий клиента, да, ему наилучшие условия. То есть планируем бюджет покупки, да, стараемся все везде объяснить и найти какую-то золотую середину. Ну, главное, чтобы непрозрачности не было, потому что, ну, ну, на моей практике, ну, на моей, слава богу, я это избегал, потому что когда я даже искал машину, я ездил по дилерам, общался. Ну, в одном мне вообще договор показали, я обалдел, там страховку включили, я говорю, мне не надо, она добровольная. Ну, в общем, это отдельная история. Вот, это, конечно, важно. Но, в принципе, скидки вот трейд-иновские, они соизмеримые. То есть соизмеримые, от прайс-листа это можно что-то подыскать. А и какие у Шкоды еще, может, программы интересные? Ну, пока самые популярные программы, да, это действительно программа трейд-ина и по кредиту. И это все. Две самые наилучшие программы. Плюс многие дилеры стараются делать свою внутреннюю программу, это связано с доп. Оборудованием. А, ну то есть если доп. Оборудование, то можно еще дополнительные какие-то условия по скидке. Все верно. А еще я знаю, есть по инвалидности скидка, такие встречались? За последний год очень много, скажем, было запросов, связанных с инвалидностью, да, назовем так, как бы это ни звучало. Ну, если человек инвалид, да, 10% скидки. Есть очень, скажем, широкий диапазон определенных VIP-программ. Это программа определенным сотрудникам разных компаний, начиная там от Сбербанка и прочих, да. И то же самое для инвалидов. Пользуются спросом. Открою такой маленький секрет. Скидки составляют вплоть до 10%. Да, да, я тоже вплоть слушаю. До 10%. Это что-то достойно. Вроде семейного, но немножечко вот это про инвалидов. Это достойно. Есть и VIP-клиенты, которые купили там не одну Шкоду, там более 3-4, тоже располагают Шкоды. Да. В этом плане Шкода лояльна. То есть вот такие вещи, если ездишь на Шкоде, либо знаешь, потому что многие просто не знают. Да, все верно. Шкода лояльна к своим клиентам и действительно очень много предлагает интересных программ. Еще же врачам у нас, насколько я знаю, есть такая лояльная госпрограмма для врачей, которая у нас сейчас борется с вирусом. Была, да, и действует эта программа. У вас на практике выдавали такие? На практике не было. Был один автомобиль, но они пользовались дополнительно какой-то совместной скидкой, там супруг. Он был, скажем, сотрудником определенной компании, да, и там скидка была на 1-2% больше. Но действуют программы эти, да, действуют еще программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль». Они в основном располагаются на «Шкоду Рапид», но, опять же, эти программы действуют. До 10% тоже скидка существует. Понял. Дмитрий, последний вопрос, я, чтобы вас не задерживать, я просто понимаю, что много работ, действительно. Клиенты, которые выбирают «Шкоду Октавию», с какими автомобилями они сравнивают и куда они заезжают? Знаете, вот делятся наши, такими? Делятся такими впечатлениями. Наша новинка, она очень интересная. Я считаю, что «Шкода» сделала такой прямой шаг в уже с C-класса в D-класс, да? Ну, и да. Вот, габариту, скажу честно, сравнивают и Toyota, и Kia Optima, Sonata. Toyota Camry имеется в виду. Toyota Camry, да. Даже уже до Lexus там тоже доходит сравнение. Ну, К5, наверное, первое. К5, скорее всего, на первом-втором месте по сравнению. Mazda 6, К5, Toyota Camry, Optima. Вот четыре ярких автомобиля, с которыми начинают сравнивать нашу «Октавию». Хотя, казалось бы, «Суперб», да, должен как-то в том сегменте, да, но он уже выше, да, ушел. Ну, сегмент старается, да, все верно. Все-таки «Шкода» все повышает, при этом бюджеты относительно держит. Не сказать, что сейчас цены адекватные, ну, не то чтобы адекватные, это уже вопрос не к ценам, это вопрос к нашим курсам, да, и к покупательской способности. Но если сравнивать по конкурентам, то действительно «Октавия». А, еще. Я последний вопрос обманул. Известно, когда будет двухлитровая «Октавия»? Двухлитровый двигатель и 1.6 ожидаем в первой половине первого квартала следующего года. Вот то есть, скорее всего, это ближе к марту. То есть, надо держать, скажем, месяц март. То есть, двухлитровый будет. И полный привод там предусмотрен? Пока информации по ним не поступало. Вот. Думаю, если даже и будет, то будет позже. Потому что, если делать сравнение с прайсом Чехии, к примеру, да, я вот заходил и смотрел, получается чуть ли там не 30 чем-то тысяч евро. Если мы это переведем на наши с вами. Ну, это плюс
Я думаю, что за 3,5 миллиона пока она будет не очень востребованной. Не востребована, абсолютно. И получается, самая дорогая Octavia, которую сейчас можно купить, сколько обойдется? Пока то, что мы получали, это 2200. 2200 это самая дорогая. Это вот то, что это я вот пока из ближайших машин самая дорогая. Style Plus, плюс допы там какие-то. Тот вариант, который вы рассматривали чуть-чуть ранее, да, он получается почти 2,056. Угу, то есть около 2. В принципе, это сопоставимо к опять, ну, дешевле. Ну, если мы возьмем, опять же, наших, скажем, конкурентов ближайших, да, то в чем-то дешевле, в чем-то дороже, в зависимости от комплектации. Но если мы уже возьмем глобально, будем сравнивать по комплектациям, к примеру, там Camry еще где-то, мы поймем, что Octavia даже в чем-то выигрывает и в цене, и в комплектации, чем основные автомобили. Ну, потому что конструктор, да, и плюс есть нюансы. Огромное спасибо за комментарии. Я думаю, что будет интересно это посмотреть. Компетентных специалистов не встретишь, как правило. Обращайтесь к Дмитрию, Атлантем Тушный. Я думаю, вас проконсультирует, поможет. Я надеюсь, спасибо большое. Моя рекомендация будет, ну, актуальна. Спасибо большое. И вам спасибо за комментарий.